В Шешертиусиумского района в рамках программы «Комфортная городская среда» придут в порядок улицу Свердлова. Это одна из основных артерий городского поселения протяженностью 2 километра. Здесь расположились два детских сада, многоквартирные дома, проходит дорога к школам и главному предприятию – фанерному комбинату. Однако при планировке улицы не были предусмотрены тротуары. Много лет люди ходят по проезжей части, да и сама дорога в плачевном состоянии. Но уже этим летом появятся тротуары с ограждением – намечен ремонт проезжей части, оборудование пешеходных переходов. По этой улице конкретно тротуаров не хватает. То есть безопасность движения пешеходов нас, так и молодых мам с колясками, то есть уже нарушается. Вот. И поэтому хотелось, чтобы тротуары были. В целом по Жешарту на кое-каких улицах, конечно, сделаны. Вот. Если мы берем в пример главную улицу Советскую, там уже тротуары приведены в порядок. Да. И хочется, чтобы и здесь было приведено. Кроме того, по программе «Народный бюджет» на улице Свердлова благоустроят пешеходную зону и парковку возле детского сада «Сказка». Возможно, преображение улицы продолжится в 2023 году, отметили в администрации Жешарта. Если жители выберут соответствующие проекты, напомним, голосование за объекты благоустройства по программе «Комфортная городская среда» пройдет с 15 апреля по 15 мая.